Знакомьтесь, бабушку звать Таисия Леонидовна. Она очень умная и нескучная бабушка. Одним словом, с ней не соскучишься. И у Таисии Леонидовны дома небольшой беспорядок. Ну как немного? Хотя смотрите сами. Ну что ты хочешь? Прикрой эту рану. Ужас просто. В таких условиях жить, Таисия Леонидовна. Откуда у вас эти вещи, Таисия Леонидовна? Все, я вот эти помню. Все. С мусорки? Нет. Так, Таисия Леонидовна, мы здесь хлеб нашли. Да он здесь синий. Отец нашел, положь, ничего не выкидывай. Его выкидывать надо, Таисия Леонидовна. Он все уже, он пропавший, Таисия Леонидовна, весь. Ну, не трогай. Здравствуйте, Таисия Леонидовна. Здравствуйте. Как у вас дела? Как на базаре. Убираться к вам пришли, Таисия Леонидовна. Убирайтесь. Да, все. Убирайтесь. Только нам проход бы еще было освободить. Сейчас, прям. Ну что? Все, проходите, мы сейчас будем проходить к вам. Прям подождешь, может, дальше полстакана выпьем молока хоть. Эта мадам мне ничего не приготовила, я пошла за молоком, а там молоко такая цена. Так мы вам принесли покушать, Таисия Леонидовна. А, вы приносите мне не то, может быть. То, Таисия Леонидовна. Я молоко купила. Вот, сейчас покушаете. Проходите, да? Проходите, Таисия Леонидовна. Куда? К сейчас. Вам можно пройти, убираться? Если ты не упадешь, то иди. Ну, проходите. Ну, в общем, я вытянула ту вонючку уже позавчера. Да, все. Не, давайте. Не пахнет? Давайте мы пройдем. О, все. Проходите, Таисия Леонидовна. Куда проходите? Ужас, прям тараканы бегают. Проходите, Сергей Николаевич, давайте мне эту штуку. Вот это вот, пластмассовую, да. Таисия Леонидовна, что же вы здесь обратно, что ли, накидали? Опор, ничего я не трогала. Ой, как же мы это все будем делать, это ужас. Ты пакеты принес? Таисия Леонидовна, вы нам дайте пройти, пожалуйста. Пожалуйста. Вы присядьте, мы сейчас сами все сделаем, разберемся. Закрыли, да, давайте, чтобы тараканов не было. А, прикрыл? Да, я хочу. Ну, потом отряхнем куртки еще. Так, все, сейчас будем убираться. У Таисии Леонидовны такой хлам у нее здесь. Так, сейчас мы будем... Ты скажешь эти слова. Рот закрою тебе этой повязкой вот так. Подумаешь. Все, готовы, дядя Сереж, Сергей Николаевич? О, какие профессора пришли, контролеры. Так, у самих-то, наверное, тоже такое. Да, да. Вот именно. У меня там хуже. А он хитрит и ругает одну меня. Потому что я одна в основе. Таисия Леонидовна, так они маленькие, перчатки вам. Да ты чё, маленькие, посмотри, лезут. Сегодня наша задача до этого окна дойти. То есть вот так вот мусор убрать. Мы вам покушать, перекусить принесли. Вот здесь манты, Таисия Леонидовна, держите. Пока мы убираемся, вы будете кушать. Манты. Это магазины, Таисия Леонидовна. И компотик вам. Во, вот мне компотик тот понравился. Тот домашний? Да. Все, я Наташе скажу, она вам еще приготовит. Слушай, скажи 2 литра, сколько стоит, я ей... Бесплатно, Таисия Леонидовна, для вас бесплатно все. И пирожок с луком, с яйцом. Сейчас покушайте. Где-то у меня яйцо вареное лежит. А мы пока убираться будем, Таисия Леонидовна. Договорились? Давай. А я буду... Процесс у нас идет, друзья. Вот мешки мы набрали. Так, куда же вас посадить, чтобы вы тоже Нет, вы сидите, Таисия Леонидовна, мы и сами отдохнем. Ну, все, давай. Движемся дальше. Таисия Леонидовна, мы здесь счетчик нашли ваш. Газовый, да? Газовый счетчик. Да ты что? Новенький. Ну, конечно. Здесь 2400. Как уберемся, Таисия Леонидовна, тогда да, к вам только газ приделаем. Где я буду жить? Здесь, не в любой. Здесь не буду вешать. Так, мы потихонечку, у нас процесс я идет. Я буду жить там, где 9-этажка, и там будет у меня комната. Так, друзья, мы продолжаем уборку Таисии Леонидовны. Мы нашли здесь что? Ты что хотел купить мне игру? Здесь у нас чаек, Таисия Леонидовна. Мы чаек нашли, который я вам когда-то давал. Какой? Чаек, вот, тест-чай запечатанный, давай, Таисия Леонидовна. Давай. Вот, молодец, нашел, наконец. Это вам вот перед Новым годом я Таисия Леонидовна давал вот этот горошек, он срок годности нормальный. Чай называется. А, да у вас чай, у вас газ отключен, Таисия Леонидовна.
Да что ты, а да. Ты подзаплатишь. Вот, когда мы все сделаем, мы постараемся вам подключить газ. А почему это ждать надо, когда можно позвонить им? Таисия Леонидовна, которым... здесь к вам не пройти, потому что... У тебя газетки есть ненужные? Зачем они нужны? Я снесу их, поменяю на продукты. Таисия Леонидовна, у вас сколько продуктов мы сейчас найдем? Фрукты, фрукты. А, на фрукты? Да. Вот. Яблоки там, виноград. Мебель на полу не стоит, а на ножках. О, у вас здесь даже компьютер, Таисия Леонидовна. Да. Где? Компьютер, даже не знали? Нет, нет. У Таисии Леонидовны здесь компьютер, друзья. Да, вон что, раскопал. Да, вот, сейчас вам тоже покажу. Друзья, видите, Таисия Леонидовна компьютер здесь. Захламленный. Клавиатура, вот компьютерный стол у нее здесь. Принтер или что это, ксерекс. Так, вот сейчас посмотрим, что здесь. Мышка даже вон есть. Плюшкина, она, ты не знаешь? Охренеть, вот это да. И даже не такого я не ожидал, то если это, что у вас компьютер здесь будет. У меня все есть. Правильно. Но... Только мужчины хорошего нет. Здесь стоит мишки. Трупы вот. Опа, трупы. Поронял. Рис нашел и крупы. Системника здесь нет, я так понимаю, наверное. Вот так, хлам здесь. Сейчас мы до окна добираемся, так вот потихонечку. Вот у него чехол сделать, вот тебе кровать хорошим, и будет нормально. Не, это вы правильно говорите. Вот. А ты хочешь его выкинуть? А я не хочу этого. Это мы не выкинем. Вот даже в крайнем случае, если портниха хорошая, она может из этих вещей сделать тапочки. Детские, взрослые. И ходи дома по полу по-чистому. Нет, вы правильно говорите, Таисия Леонидовна. Но я же не говорю то, что именно конкретно выкинуть. Я говорю вообще. Которые вот тряпочки всякие, их же надо выкинуть. Завтра, Таисия Леонидовна, я прихожу к вам. Завтра. Вот те мешки, которые мы перебирали. Послушайте меня. Те мешки, которые мы перебирали. Завтра мы их вытряхнем. Все снова переберем. Посмотрим, оставим нужные вещи нам. А остальное мы просто все выкинем. С вашего разрешения и все. Которые вам не нужны вещи, мы их выкинем. Которые детские, мы соберем отдельно. И вместе с вами попробуем кому-нибудь отдать. Давай. Договорились? Да. Все, кулачок. До завтра тогда, Таисия Леонидовна. Опа, Таисия Леонидовна. А что это такая? Зимняя деревенская. А это серьезно уже. Я тоже попиваю иногда. Глядя на некоторые. Вот, Таисия Леонидовна. Вот эти вот красивые, смотрите. Че? Ну они это... Блин, всё. Видите? Подошва попортилась. Да, и она, да. Ничего, наладим. Не ломай! Да куда наладить? Да если ну, не лад... Да если я не куплю новые. Отвали ты со своими куплю. Я себе их заберу, да если я... А что это такое? Покажи. Это ботинки. Ну и что? Я себе их. Подарите мне, да если я... Нет, зачем тебе? Ну не кидай. Убегаем, да если я не... Он сдаёт, а? Кидает и говорит, опа, Таисия Леонидовна. Ну и что? Ну зачем ты мне трясешь? Ну, посмотри, что делает. Ух, Таисия Леонидовна. Желен, который колбаску раздаю, видите? Вот, ты будешь у них. Вон, что-то такое у тебя. Подожди, не таракан ползает, вот. Ой, все. Ужас. Иди отсюда, бросил. Сейчас побежит. Я только сейчас вспомнил, потому что у меня есть это же. Хотя бы немного предохранять меня. Вы, наверное, не поняли, Таисия Леонидовна. Да. Человек вам предлагал 300 рублей. Ну он что? Хочет купить этот матрас. Ну и что? Тем самым у вас будет больше да места. Я повешу на окно. Я же хожу голая иногда. На втором этаже все видно. Вот тот на пятом сидит, а он меня видит. Ну, Таисия Леонидовна, ну что же. Да. Ладно, у меня были еще эти присоски. Бюстгальтера. Ну.
Так, друзья, ну вот, мы немного приближаемся к той стене. Да, Таисия Леонидовна? Да. Вот в такой обстановочке, вот Таисия Леонидовна. Таисия Леонидовна будет спать наверху, как другая Таиса из фильма. Вот я ее часто вот вспоминаю здесь, и привязываю себя к доске и ложусь, чтобы не упасть. Таисия Леонидовна у нас красотка модная. Там мы прямой эфир ведем. Здесь у нас вот такой хлам. Этот хлам, сначала мы, наша задача сначала здесь все убрать. Здесь убрать, потом только там. Вот здесь все, и дальше сначала пойдем. Внизу, чтобы Таисия Леонидовна внизу спала. А он пусть спит повыше. Если шлепнется, будет знать, что натворил. Договорились. Таисия Леонидовна, вот смотрите, у вас столько вещей, да, вот здесь очень много. С какого года вы здесь набираете, вот честно, Таисия Леонидовна, именно вот в этой квартире, с какого года? Да я зачем запоминаю это мне? Ну, примерно, с какого? Мне тысячного, брат наверное, младший да? сказал. Лет 20, наверное, Таисия Леонидовна здесь, да? Не бери в голову все подряд, бери то, что тебе нужно. То есть, по-вашему, это все нужно вам? Нужно, да. Вот это все. Я просто в шоке. Ну вот эти вот сетки недавно вот купила квартиру и как вот, раз и все, с этой вот здесь сеткой. Все. Этот держиморда. Монитор зачем вам, Таисия Леонидовна? Ваш человек купит этот монитор. Мы попозже его отвезем. Вместе с вами съездим и вам деньги заплатим. Что за монитор? Монитор — это вот этот экран. Ну и что? Вот денег. Он сколько? Рублей 150, там 300, может, даст вам за него. Да я не знаю. 500 вот и все. Нет, дорого, Таисия Леонидовна. Его на металл разбирают внутри. Будем сбавлять. А сначала больше 500 назвали, и все, пусть падает. Вот, друзья, вот в этом мешочке мы сейчас вот 500 рублей у Таисии Леонидовны нашли. 500 рублей выгоревшиеся. Вот поэтому, друзья, надо каждый пакетик проверять, чтобы не выкинуть, так сказать, деньги. Да, Таисия Леонидовна? Что? Держите. Только куда вы положите? Может, в рюкзак положим пока? Сейчас вы куда-нибудь обратно вещи спрячете. Так, друзья, вот мы паспорт еще Таисии Леонидовны нашли в этом пакете. Паспорт нашли. Вот, паспорт Российской Федерации. Это Таисия Леонидовна. Таисия Леонидовна, ваш паспорт. Да ты что? Да. Ну-ка, дай-ка. Все. Ну, все, я тебя поцелую, как хочешь. Паспорт нашли, самое главное. Вот, видите, друзья, вот поэтому да каждый пакетик привет. Ваш, Таисия Леонидовна. Специально нравится. Вот. Так, друзья, мы продолжаем уборку. Таисия Леонидовна, мы нашли пенек. Я спрашиваю, Таисия Леонидовна, для чего вам пенек? А вы что говорите? Я встаю на него, чтобы включать включатель. Для этого стул, Таисия Леонидовна, есть. На стуле можно качаться и упасть. Все, друзья, мы потихонечку движемся так. В мешки все складываем. Продолжаем, и да, Таисия Леонидовна? Это лучше, чем стула. Пенек лучше, чем стул. Нет, неправда, Таисия Леонидовна. Правда. Он не качается и не рассыпется. Правда, нет, такая ассоциация, пожалуйста. Да? Товарищ дорогой, времени. Если я с бабушкой и дедушкой занимаюсь, это не значит, что я скучный. Не значит это. Это кому так ты показался ей скучный? Я смотрю, друзья, почему я каждый пакет открываю, потому что там могут быть деньги и документы какие-нибудь. Да ты что, зачем ты это объясняешь? Так и буду думать, и у нее денег навалом, она все в мешки складывает. Да вот друзья, что это такое? Вот, сейчас. Да игрушки какие-нибудь. Напишите комментарии, что это такое. Это не игрушки, это женская эта штучка.
Наверное, заколот чем-то такое. Здесь много. Ну, это может быть держатели каких-то мы в бане. Где оно надо, если лежит, как лежало. Чулок какой-то, что ли? Здесь человек работает, а не кто. То есть, Ленин, вашу фотографию нашел. Вот в этом шлёшке, или как это включать? Вот. Там ничего нет, вот. Ну-ка, ну-ка. Что это за чудо, мадам? Таисия Леонидовна. Вот Таисия Леонидовна. Посмотрите на неё молодой. Это ей было 18 лет. Парик какой. Не парик, а волос был так. Ставят Таисия Леонидовна лайки? Ставят они, Таисия Леонидовна? Поставьте всем. Так, друзья, вот мы Таисию Леонидовну убрали, уже диван виден. Диван. Сейчас мы будем убирать. Вот там вот, вот видите выше, это кухня у нас находится. Кухня завалена. Сначала мы уберем вот сейчас здесь, друзья. Здесь Таисия Леонидовна лежит, спит. Сейчас здесь будем убирать. Потом будем на кухне убирать. Сейчас пока здесь вот так вот, будет по-другому. Таисия Леонидовна, какой день мы уже убираемся у вас? Четвертый? Угу. Мы сделали такую большую работу. Вот здесь диван, видите, здесь было захламлено все. Ну здесь проход у Таисии Леонидовны появился. Знала, что там диван. И кровать появилась у Таисии Леонидовны. Сейчас мы сегодня мы будем вот эту кучу убирать. Чтобы вы понимали, там кухня находится. Одна комната квартиры. Когда это. Уберем, тогда там покажем. Кухня. А сейчас что показывать? Да. Не ругайте, Таисия Леонидовна. Я не буду ругаться. Я буду молчать. Тогда будет лучше. Всем. Нечего будет сказать. Таисия Леонидовна, вы сегодня счастливы. Твоя помощь бесценна. Желаю Новый год встречать в чистой квартире с приятным запахом еды и мандарины. Обязательно елочку с гирляндой и никаких тараканов. Б-р-р-р-р. Вот самое главное, да, чтобы этих не было. Тараканчик, да, Таисия? Да. А остальное можно Таисика, нету? Так, друзья, вот уже кухня, кухня видна. Вот газовая плита здесь, Таисия Леонидовна. Да, да, да. Вот. А электроплита. Здесь все надо. Убрали. Ну, еще до конца берем. Диванчик видно. Таисия Леонидовна там. И брат. Сейчас мы, наша задача сейчас вот эту кучку убрать. Так, друзья, здесь вот Таисия Леонидовна, вот эта прихожка. Ой. Здесь венок. Здесь вот надо будет все убирать.
с братом мы в воскресенье придем. А сейчас мы будем вот здесь убираться. И вот здесь потихонечку. Здесь вот ванна, вот так вот выглядит ванна. Ну, ванну мы скоро сделаем. Вода здесь есть. Вода есть. Все, мы продолжаем уборку. Ой, какая тумбочка-то, если она хорошая, ко мне в гараж пойдет. Сейчас он убьет меня со своими этими. Простите. Что ты таскаешься? Она у меня уже свалилась в руках. Зачем ты ее тащишь? Я тащила, он ее тащит опять. Нет. Тайсель, простите, если вас задел. Друзья, у нас, я уже не помню, какой Таис Ленин у нас день уборки. Наверное, 10-й, наверное, мы не помним точно. Но здесь у нас более-менее уже чисто, вот. Все у нас хорошо здесь. Теперь нам надо будет в коридоре убраться. Коридор у нас вот так вот выглядит. И вот здесь надо будет убрать все. Как-то так, сейчас будем убираться. Глаза боятся, как говорится, а руки делают. Ох, сколько здесь мешков, Таисия Леонидовна. Тоже, зачем вам здесь мешки-то? Вот это да. Так, мы сейчас будем потолок. Ой, блин, я думал, что-то у меня упало. Вот этот потолок сейчас будем так отдирать. Видишь, там тараканы. Поэтому будем отдирать. Потому что будем морить и... Как ты морить на ночь будешь? Не сейчас, вообще-то, если я не... Завтра начнешь. Вот, друзья, почему мы эту плитку потолочную убираем. Потому что вот если ты убираешь... Вон, видите, тараканы. Если бы мы это не убирали, потом помолили, то было бы все бесполезно. Вот они все. Вот. Продолжаем. Подняли мы вот. Вот, видите, сколько, друзья. А вот что-то их. Сейчас мы на балкон будем вытаскивать. По телевизору. Черт, и что? Люди же не видели. Ну да, не видели. Вы сейчас у всех такая. Ужас. Тарана. Да нет, а если не у всех. Да ладно, не знаю. Сейчас мы этот диван на балкон хотим. Оттащи быстрее его на балкон. По холоду вообще тараканы уже дохнут, да? Ну да. У нас они вон подохли половину, но мы не стали квартиру. Сейчас размышлять. Полезут из всех щелей сразу же. Да, да вы что? И надо... будут падать, как мухи. Надо упадать отсюда. Что, боишься один оставаться, что ли, с ними? Здесь было много вещей у нас. Полный был завал здесь. А что, купили? Нет, вот хозяйка квартиры, мы помогаем бабушке. Она называется Детсис. Вы слыхали такое? Нет. А вот то, что она вот здесь, вот плинтуса вот такие, ничего страшного? Ну, они сейчас, вот они, вон они, сейчас все полезут. Да? Да. Все, друзья, сейчас будет нам человек травить тараканов, да, Таисия? Посмотрим сейчас, как он будет травить их.
Так это вы те ребята, которые помогают этим? Бабушкам, дедушкам. Ну, блогеров я видел на Сорске. Это я есть, да. Это ты? Там да. Деда какого-то в бане помыл? Да, да, да. А, ну красавчик, молодец, что помогаешь. Спасибо большое. Сам от себя или от организации какой-то? Люди помогают мне тоже. Большая часть люди помогают. Переводят деньги, но эти деньги мы занимаемся. Даже с этих денег мы сейчас будем оплачивать вам. Да, Таисия? Не буду я оплачивать, у меня нет денег. Я буду оплачивать с добрыми людьми. Друзья, ну все, у Таисии Леонидовны мы прибрались. Большую работу вместе с вами сделали. Я не знаю, дней 10, наверное, убирались. Может быть, больше, да, Таисия Леонидовна? Никто не ценит. Почему никто сколько? Не ценит? Сколько? 10, 5, какая разница? Чисто, ладно. Одним словом, мы мусор все убрали. Да. Таисия Леонидовна, теперь все прекрасно здесь. Давайте я вам покажу, как теперь выглядит. Еще чуть-чуть можно брови подвести к квартире. И все. Таисия Леонидовна, видите, как диванчик здесь, Таисия Леонидовна, потом приберемся мы здесь. Мы все отмыли. Да. Все от, здесь чистенько. Отскоблили. Да, ну еще здесь надо будет убираться. И что характерно, делал все это тот, который говорит с вами. Кухонька, видите, друзья? Все чистенько. Ну еще, конечно, надо думать. Никому не буду рассказывать, а то будут приглашать все его. Он потом сюда не придет. Ногти грязные. Вот такая дочь. Таракан. Тараканов мы поморили, но надо еще продолжать. Вот такую чистоту мы сделали вместе с вами, друзья. Друзья, спасибо большое, то, что вы смотрели это видео. Всем здоровья, друзья. Если вы хотите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если вы нас хотите финансово поддержать, друзья, вы можете даже 1 рубль прислать. Мы будем очень рады. Вся информация, друзья, будет в описании под видео. Всем хорошего дня, у кого вечер. Ставьте лайк. Увидимся, друзья. До свидания. Лайк обязательно ставьте. Не забывайте. В первую очередь его ставите. И комментарии писать обязательно. И расшифровку этих комментариев. Счастливо. До свидания.